В Санкт-Петербурге прошедшее лето, по наблюдениям наших ученых, было самое влажное. А на Урале, наоборот, было самое жаркое. А в Приморском крае до сих пор восстанавливают тысячи домов, которые пострадали от наводнений. Все это лишь малая часть капризов природы, не говоря о разрушительных действиях, которые совершает сам человек. Здравствуйте, вы смотрите ток-шоу «Твердый знак», и я его ведущая Виктория Новикова. Ну, наша тема действительно очень глобальная и серьезная. О ней, наверное, не говорит лишь только ленивый. И все-таки давайте начнем с самого главного вопроса. Что же происходит с нашим климатом? Думаю, идет изменение температуры и ее повышение в глобальном контексте, так скажем. Угу. Какие еще есть мнения? Ну да, тенденция в мире. Вот даже в Европе очень жаркое лето, и в России невозможно. Там в августе 30 градусов жары, мне кажется, все теплеет. Учеными зафиксировано повышение температуры примерно на полградуса каждые 10 лет. Вот, и как раз, может быть, Юрий Петрович, доктор географических наук, профессор завкафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, попробует нам сегодня тоже ответить на вопросы, связанные все-таки с изменениями. Да, что это происходит? Действительно, мы этой темой занимаемся очень плотно, в глобальном плане, в региональном плане. Здесь было правильно сказано, что изменяется глобальная температура за последние столетия на 1 градус. Это очень много. Почему? Потому что в Париже недавно состоялась конференция, и там было принято решение, и она происходила под эгидой Организации Объединенных Наций, что в 21 столетии нельзя превышение температуры еще на 2 градуса. Я хочу напомнить, что средняя глобальная температура 15 градусов, среднеглобальная, среднегодовая. У нас в России минус 4 градуса средняя температура. В Татарстане порядка 4-5 градусов. То есть все регионы чрезвычайно отличаются друг от друга. И вот когда здесь кто-то из молодых людей сказал, что везде происходят разнообразные проявления этих климатических изменений, я с этим соглашусь. И действительно, Западную Европу чаще всего заливает дождями. Там, правда, бывают и засухи. И все понятно. Там рядом Атлантика. У нас здесь более спокойный климат, в меньшей степени меняется. Ну и то, скажем, в зимний период, вот последние годы, примерно за 10 лет он изменился на 0,3-0,4 градуса, то есть достаточно быстро. А с чем это связано, Григорий? Это связано вот с двумя факторами. Первый фактор, согласно общепринятой точке зрения, что происходит антропогенное изменение климата. То есть жизнедеятельность человека настолько сейчас интенсивная, настолько много сгорает топлива, происходит изменение лика Земли, землепользования и так далее, сжигаются тропические леса, ну и многое другое происходит в природе. И поэтому концентрация углекислого газа все время растет. Вот сейчас она достигла в сентябре месяце своего рекорда – 400 частиц на 1 миллион. И скажу так, что где-то лет 150 их было так примерно там под 300. То есть концентрация углекислого газа, метана идет просто по экспоненте. Это чрезвычайно, так сказать, сильная скорость. Звучит очень и страшно. Отсюда, да, действительно страшно, и отсюда идет повышение температуры. 1 градус на столетие. Не было такого за последние 1500 лет. И самое главное не то, что температура, скажем, повышается. Она повышается очень быстро. Так вот, принято решение ограничивать выбросы парниковых газов примерно вдвое. Вот. Насколько это дело удастся сделать, это не так-то просто. Нужно согласование государств между собой. То есть нужна какая-то экологическая политика. Она не всегда хорошо, так сказать, выдерживается. Так вот еще что хочу сказать. Это бы все было бы ничего, а самое неприятное другое, что все время меняется и учащаются катастрофические явления. Вот здесь упоминалось, кстати говоря, про Дальний Восток. Я только что там был, буквально неделю там назад. И действительно, гидрометеослужба мне показала о тех разрушениях, которые там произошли. Почему? Потому что тайфуны активизировались. Сегодня, кстати говоря, тайфуны обрушились на Соединенные Штаты, Гаити, Кубу и так далее. И там уже большие жертвы человеческие, кстати говоря, и в Японии то же самое. Так вот, вот такие экстремальные события, типа тайфунов, засух, наводнений, особенно наводнений, ну и так далее, они стали более частыми, а разрушения более сильными.
экономический ущерб – это огромный миллиард долларов. И я еще в заключение, раз уж разговорился, хотел бы сказать следующее. Что ожидает нас? Это самый важный момент. Такое, если температура будет расти такими темпами, глобальная, а в регионах она еще сильнее, скажем, в России в два раза, чем по миру, у нас в республике или в других местах может еще сильнее разрастать. К чему это приводит? Уровень Мирового океана поднимается, и в связи с этим на 17 сантиметров за десятилетие может подняться. Так, если поднимется до конца столетия на полметра выше, это означает, что Нидерланды будут затапливать, страна и государство будут затапливаться, и нужно вкладывать огромные средства, триллионы евро, для того, чтобы спасти эти государства. На север, наоборот, вечная мерзлота тает, это тоже плохо, кстати говоря, для инфраструктуры, для северного Ледовитого океана льды сейчас тоже сокращаются. То есть можно очень много говорить, но я лучше уж дам возможность другим высказаться. Ну, это действительно звучит очень страшно, и не знаю, мне кажется, люди, большинство обычных людей думают, такие проблемы, может быть, и нас никогда и не коснутся, но если случится, кто-нибудь да что-нибудь решит. Вот вы сказали, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы поднялась температура еще на 2 градуса. Да. А каким образом не допустить? Вот только когда начнутся какие-то, я не знаю... Не допустить, есть один способ. Если только это обусловлено парниковым эффектом, то есть результат является результатом хозяйственной человеческой деятельности, надо сокращать количество выбросов вдвое. Тогда будет все в порядке. Но к этому нужно еще не забывать еще о другом. Это так называемые природные катаклизмы, природные факторы. Вот есть такое понятие «эль-ниньо». Это катастрофическое явление, которое происходит в Тихом океане, когда резко повышается температура Тихого океана, атмосфера. И год 2015 оказался самым теплым в истории метеонаблюдений. Почему? Потому что было самое сильное эль-ниньо. То есть не надо подходить вот так, как бы с позиции одного фактора, что надо учитывать и человеческую деятельность, и нужно учитывать природные явления, которые всегда были, всегда будут. То есть вот комплексный подход. Можно как-то изменить климат? Климат? Да. Ну, во-первых, он сам меняется, так? А для того, чтобы изменить его, нужна огромная энергия. Ее пока нет. Можно в локальном плане что-то делать. Ну, например, вот часто мы слышим, разгоняет облачность. Вот в Москве, допустим, мифы, происходит. Мифы, да, там, это делают, это умеет делать. Ну, нужно реагенты, соответственно, всыпать, сбрасывать с самолета в облачность. Это не опасно потом для человека? Да нет, это ничего. И второе, на Северном Кавказе, если говорить про Россию, вот, занимается, там есть Высокогорный геофизический институт, есть ракетные установки, они запускают свои реагенты в градовые облака для того, чтобы избежать выпадения града, которые там очень большие нарушения, разрушения произносят для сельского хозяйства и так далее, для виноградников. То есть в локальном плане можно, но в глобальном ни в коем мере. Знаете почему? Потому что циклон, который приходит к нам, циклон, вихрь, вот, он имеет энергетику ту же, что, скажем, сотни вот этих атомных бомб. И поэтому такой энергией человек еще не владеет, чтобы в одном месте ее собрать и подействовать на природу. Будем ждать будущего. Вы сказали, да, действительно, каждый человек, в какой-то мере должен начинать с себя, да, то есть поменьше каких-то выбросов. Руслан Юрьевич, может быть, вопрос к вам. Вообще, что происходит вообще даже в России, наверное, с какой-то переработкой отходов, например? Вот действует ли здесь система, сортировки того же самого мусора? Ну, с одной стороны, очень интересный и неожиданный переход от климата к выбросам и от выбросов к мусору. Но, как это ни удивительно, изменение климата связано напрямую с тем, как мы обращаемся с отходами или мусором. Конечно же, мусор бывает разный. Мусор бывает органического происхождения, который образуется и у нас на кухне, в столовых, в ресторанах, на производствах, в коммунальном хозяйстве. Мусор бывает неорганический, крупногабаритный и так далее. Каждая категория отходов, свой подход, свои технологии, переработки и так далее. Если мы попытаемся сделать связку с климатом, то нужно сказать следующее, что есть технологии, которые, на мой взгляд, эколога не очень хорошо согласуются с концепцией устойчивого развития технологии переработки отходов, а именно методом сжигания.
Это наиболее компактная технология, когда можно построить завод мусоросжигающий, привозить туда отходы с большой территории, собирать и органические, ну, в основном органические, которые горят. Для этого, правда, требуется большая энергия, но эти заводы, особенно если сжигать пластик, будут очень опасны с точки зрения выбросов. Помимо традиционного СО2, углекислого газа, который будет влиять на увеличение парникового эффекта, будут выделяться диоксины, фураны и так далее. Чтобы это не произошло, необходимо строительство очистного оборудования. Вот, так, вот эти фильтры, это очистное оборудование составляет более 50% от общей стоимости мусоросжигающего завода. Всегда есть соблазн у хозяев этого завода сэкономить, и таким образом будет загрязняться атмосфера. В то же время органические отходы можно перерабатывать другим путем, превращая, например, в нетрадиционные удобрения, которые можно использовать для зеленого строительства. То есть мы делаем газоны, лужайки в парках, скверах и так далее. Можно использовать в промышленных целях, в лесных питомниках и так далее. То есть способов есть огромное количество. Важно, чтобы они были грамотно собраны с тем, чтобы не доставить дополнительных неприятностей окружающей среде, ну и, соответственно, нам с вами. А может быть, как в Германии, вот у них такими методами уже пользуются, да, в целях борьбы с мусорными полигонами. В немецких городах люди платят за вес выбрасываемого мусора, что составляет около $2 за фунт. В итоге в целях экономии многим жителям приходится перерабатывать или компостировать мусор, чтобы также, ну, что тоже очень полезно для окружающей среды. Может быть, нам в России тоже какой-то метод Может быть. Вводить? Вы прекрасно знаете о том, что за вывоз твердых бытовых отходов у нас есть строка в оплате коммунальных услуг. То есть это уже делается. Другое дело, что, как вы знаете, Германия – это все-таки преимущественно, за исключением крупных городов, малоэтажной застройкой. И эта малоэтажная застройка, она доминирует в маленьких городах. И там, конечно, очевидно, можно производить компосты и так далее. Я, когда студентам рассказываю про отходы, я говорю об этом, про садовые участки, которые есть у нас практически в каждой семье, у мамы, пап. И рассказываю, как промышленные технологии можно реализовать в своем саду. Вот там-то уж совершенно точно не нужно тащить мусор в контейнеры, которые, вы сами знаете, да, к понедельнику без слез на эти контейнеры не глянешь, потому что контейнеров не видно, а вокруг них просто горы мусора. А большую часть органических отходов и садовых, и кухонных можно перерабатывать на своем участке и не тратить деньги на навоз, который мы покупаем для удобрения. Ну что ж, я предлагаю сейчас сделать нам небольшую паузу, после чего мы продолжим говорить о том, что же происходит в мире и какие глобальные проблемы все-таки нас беспокоят и как мы с ними можем побороться. Продолжаем, и наша программа сегодня посвящена экологии, что же происходит в мире и как мы сами можем изменить нашу природу и вообще нашу обстановку экологическую в мире в лучшую сторону. Итак, ребят, к вам, наверное, вопрос. Вообще, сами ли вы когда-то задумывались над тем, сколько мусора мы производим? Вот вообще, сколько отходов? Да, я начала об этом задумываться буквально недавно, когда начала жить одна, и я заметила, сколько один человек производит мусора. Те же пластиковые баллоны, 5-литровые для воды, там за 2-3 дня накапливается по 3 баллона, которые надо выкинуть, по 3, по 4, так за неделю их штук 15. И я просто, ну, как-то не задумываешься, да, так приносишь, дома за тебя там мама все убирает, и ты не смотришь, как бы, с какой объем всего ты этого производишь. И вот сейчас я, по крайней мере, на протяжении последних 2 недель стараюсь не выкидывать эти баллоны, да, у нас сейчас есть вода такая вот, можно, как типа колонок в аминовской, подходишь, наливаешь, и несешь домой, как бы хоть как-то, хотя бы на какие-то десятки этих баллонов будет меньше.
Ну и сейчас все равно стало вроде бы модно использовать там и пакеты, эко-пакеты, какая-то косметика уже эко появляется. Девочки, вы тоже, может быть, на себе это как-то испробовали, может быть. Привлекает ли вас это как-то вот в маркетинговом плане, что заботиться о природе, например, какая-то продукция? Ну, скорее всего, приставка эко — это просто модно. На самом деле, я мама, я тоже задумалась о том, где будут жить наши дети, внуки. По сути, мы как бы взяли в аренду эту землю у своих детей, будущих и внуков, и относимся, не задумываясь о том, как мы к этому относимся. И вот сейчас тоже стало модно эко или антикризис. То есть это, мне кажется, нам больше просто модные слова. По сути, они тоже используют тюбики, они же тоже не перерабатываем. То есть у нас проблема, мусора очень много, у нас нет перерабатывающих заводов, чтобы мы сортировали их как-то. То есть это сложно наших людей приучить к этому. В Европе это, для них это легко и просто. Нам очень сложно. Просто мы сами об этом не задумываемся. И поэтому в данный момент я считаю, что вот эко-продукт – это, ну, больше маркетинговый ход. Ты покупаешь, как бы, я купил эко-продукт, я позаботился о земле, а на самом деле ты ничего не сделал. Да, конечно, Нирна. Вы знаете, я хотела бы сказать следующее. Да, действительно, наше население пока не готово к этому, потому что и у нас в Татарстане предпринимались попытки сортировать мусор, делать селективный сбор. Кстати, у нас в Республике Татарстан есть некоторые города, в которых это сейчас реализуется. Но, как вы правильно сказали, мы собираем отдельно мусор. Дальше встает вопрос, каким образом перерабатывать. Хотя есть небольшие предприятия, которые перерабатывают пластик, перерабатывают бумагу, вполне успешно, но, очевидно, этого недостаточно. Если мы будем сравнивать нас с Европой, где люди осознали это и осознали давно, то это совершенно очевидно. Представьте себе маленькие территории европейских стран, той же самой Германии, где каждый сантиметр на счету, и огромные территории Российской Федерации. Мы просто, к сожалению, об этом не задумываемся. Но мы через некоторое время можем оказаться в положении планеты, по-моему, Сатурну, у которой есть такие кольца, да, вокруг планеты. Вот будет город Казань, а вокруг таким кольцом будут полигоны и полигоны. И как в фильме ужасов, чтобы проехать эту зону и куда-то там попасть, нужно будет приложить огромное количество усилий. На самом деле учить этому надо вот этой психологии, этой экологической этики, экологического воспитания с детских садов, чтобы ребенок не просто не бросал бумажку на пол, а чтобы он бросил в тот контейнер, в который нужно. Потому что студенты приходят к нам уже с сформировавшимся мировоззрением. И экологам это понятно, остальных студентов надо, конечно, учить. Эти знания, да, добыть. Как вы думаете, вот когда тогда в России это заработает? Действительно это войдет в обиход обычный? Ну, не могу даже это спрогнозировать. Наверное, нужно какую-то иметь политику и кнута, и пряника. И, возможно, кнут – это повышенные тарифы на сдачу несортированных отходов. Я уж не знаю, что может быть в качестве пряника, потому что у нас, конечно, есть и в Казани пункты сбора отходов, да? Например, отдельно текстиля, батарейки, отдельно бумаги, отдельно батарейки. Но если вы видели, цены на килограмм сданного сырья настолько смехотворны, что в качестве пряника служить не могут. Это должна быть государственная политика. Все, что касается экологии, это все затратно. То есть это практически с точки зрения экономики не окупается. Вот когда правительство, когда муниципалитет повернется лицом к этой проблеме и поймет, что нужно и вкладывать в эту проблему, и не ждать сиюминутного экономического эффекта. Тогда что-то поменяется. Хорошо. И как раз хотелось бы дать слово Дарье, старший лаборант, аспирант кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии. Дарья, я знаю, что вы как раз-таки ездили даже, ну, как это назвать, наверное, не командировка, это у вас было, наверное... Как? Стажировка. Стажировка, да, в США как раз-таки, где вы занимались именно и разрабатывали... Обсуждали, вообще вопрос, изучали эту тематику. Вот как раз я хотела дополнить ваш вопрос. Я думаю, что это заработает, когда это будет зафиксировано на законодательном уровне, вот как, например, установлено в Соединенных Штатах Америки. То есть жители обязаны сортировать отходы,
И в случае, если они этого не делают, к ним налагается штраф. Соответственно, если вы не хотите пачкать руки сортировкой отходов, вы можете заплатить, там, допустим, управляющей компании, которая это сделает за вас. Угу. Вот у них такая практика. Хорошо, Дарья, еще что вы можете вообще нам рассказать? Вот ваши командировки, какой они еще принесли полезный опыт для вас? Ну, это была очень интересная поездка. Там проводится большая просветительская работа тоже, то есть общественность в курсе. И, например, в плане вторичной переработки сырья нам подарили карандаши, делают из банкнот, из джинсов, из переработанных шин. То есть делаются различного рода предметы, это очень интересно и привлекает внимание. Еще, Дарья, вы же занимаетесь как раз-таки исследованием того, в какой местности, например, растение произрастает, да, и за счет растений, исследований их, вы определяете, насколько хорошие климатические условия. Ну, это не совсем так, я поправлю, что да. Моя исследовательская работа направлена на то, чтобы изучить, как лекарственные растения в современных экологических условиях, как вот они реагируют на эти условия на биохимическом уровне. То есть мы не даем оценку условиям, мы пытаемся оценить, как вот растение адаптировалось к окружающей среде. То есть, ну, пока каких-то конкретных выводов мы сделать не можем, то есть результаты неоднозначные. Некоторые растения приспосабливаются лучше, некоторые хуже. Ну, вот в этом направлении ведется работа. Хорошо. Ну и как мы поговорили об отходах, да, как это влияет на окружающую среду, также можно поговорить и о каких-то ресурсах, которые мы, наоборот, берем у природы, и как это вообще влияет. Мы можем этим же тоже очень сильно нагубить, оказать какой-то вред. И часто мы говорим именно о нефти. Как она добывается, например, все-таки это, как говорят, кровь земли, или это что-то такое, что очень важно. А как мы подходим к этому процессу? Но на самом деле проблема не только в нефти, проблема в целом, как мы получаем энергию, потому что до сих пор очень большую долю в получении энергии во всем мире занимает уголь. А уголь является самым, наверное, экологически грязным топливом, поскольку при его сжигании, когда мы получаем энергию, выделяется много как раз парникового газа, СО2, выделяются другие токсичные вещества, это очень большая проблема. Вроде бы с углем хотели завязать 100 лет назад, когда как раз начали добывать нефть. Там это в начале, получается, 20 века это произошло, но до сих пор уголь одно из ведущих топлив, чуть-чуть отстает от нефти. И некоторые страны, допустим, как Китай, их энергосистема построена на угле на 70%. А Соединенные Штаты Америки, которых мы только недавно хвалили, на самом деле не такие хорошие, как кажется. Они много пропагандируют зеленые технологии, а сами в своей энергосистеме используют 30% угля. И очень сильно влияет на мировой климат. И вот как раз говорили про конференцию ООН, и США не вошла в вот этот протокол, который не подписал его, то есть как бы вот это тоже интересный аспект современной, так сказать, политики. Ну а вообще с точки зрения того, что мы можем сделать, мы можем заменить уголь на более мягкие тоже углеводородные топлива, это нефть или природный газ, и уже многие в России, по крайней мере, мы очень активно это делаем, то есть уголь заменяется на природный газ, вот, и в других странах мира, мне кажется, эта тенденция будет в ближайшее время происходить. А с точки зрения нефти, по всем прогнозам, она останется одним из основных источников топлива до 2040 года как минимум, а дальше, может быть, и будет также оставаться одним из ведущих, если не произойдет, конечно, каких-то очень таких серьезных открытий, которые перевернут сегодняшнюю систему потребления энергии. Но вот с точки зрения альтернативных источников пока планета не готова к тому, чтобы на ней перейти очень серьезно. И вот самые оптимистичные прогнозы, что как раз к середине этого века только 20-25% будут именно альтернативные источники энергии использоваться. И поэтому здесь вопрос того, как мы добываем эту нефть, как мы ее используем. То есть действительно она эффективна как энергоресурс, но нужно понимать, что добывая ее, нужно сохранять окружающую среду. И вот
сегодня мы делаем определенные шаги в этом направлении. Вот в рамках этой стратегической академической единицы «Эконефть» объединены несколько институтов. Вот Светлана Юрьевна, у них ведутся активные работы по добыче нефти с использованием микроорганизмов, что, конечно, колоссально снижает все эти экологические воздействия. А второй момент, сейчас все-таки нет так много легкой нефти, которая сама по себе, можно сказать, вытекала из земли. Мы ее все добыли. Кровь земли оскудела, как говорится. Остался уже такой сироп в виде трудноизвлекаемых запасов, даже не сироп, а битум. Вот. И это, конечно, очень сложно добывать. И если мы будем делать это традиционными способами, то, во-первых, это будет неэффективно, а во-вторых, это будет очень неэкологично. И вот мы разрабатываем новые технологии подземной переработки. То есть построить... Ну, это, может быть, звучит как большая фантазия и сказка, но уже есть первые шаги, уже есть результаты, уже есть возможности, где-то уже это частично осуществляет на месторождениях, то, чтобы тяжелые трудноизвлекаемые запасы переработать под землей, уже оттуда получать нефть более высокого качества, без вот тех вредных веществ, которые при этом выходят. То есть с этим мы как раз работаем, используем катализаторы для этого, которые позволяют эти процессы намного сделать более стабильными и быстрыми. Ну вот в целом вот так. Этому посвящена наша стратегическая единица. Спасибо. Диара, вам есть что добавить? Ну, Михаил упомянул о том, что мы в рамках САЕДа, стратегической экономической единицы, есть у нас прорывные проекты. И как раз прорывной проект один из наш направлен на изучение не только... Вот мы когда говорим про парниковые газы, да, у нас всегда ассоциации с тем, что только это углекислый газ. На самом деле большой вклад вносит метан. Вот при разработке нефтяных месторождений выделяется много метана, и мы должны знать, какой вклад будет он вносить. Потому что его парниковый эффект, согласно источникам, да, в 25 раз превышает парниковый эффект от углекислого газа. Вот в рамках прорыва научного, который был написан, предполагается изучение эмиссии метана именно по разным объектам, такие как кольца деревьев, да, соотношение углерода изотопов в ледяных кернах и в карбонатных отложениях. То есть посмотреть, как у нас нефтяные месторождения влияют на наш климат, на выделение парникового газа, который представлен метаном. Вот небольшое добавление, наверное, вот это. Конечно. Ну, вот относительно метана. Метан действительно в 30 раз активнее, чем СО2. И что сейчас происходит? Криосфера подтаивает, разрушается, а у нас в России 60% территории ею заняты, так? Северный Ледовый океан то же самое, и потоки метана в будущем как раз именно усилятся. Это одна особенность. А вторая, вот то, что здесь было сказано уже Михаилом Алексеевичем, так, про альтернативные источники. Вот. Где они очень сильно культивируются? В Дании, в Испании, Германия и так далее. То есть тех самых чистых странах, где углеводородов нет, вот там они, собственно говоря, и вносят определенный вклад, ну, в энергетику и так далее. Понимаете, получается так, что своего рода парадокс. Нам бы внедрять их у себя надо бы. У нас много солнца, ветра, однако же нет. Мы вот так жгем ископаемое топливо. Ну, смотрите, все-таки не все так плохо. На научном каком-то уровне происходят какие-то действия, открытия, это хорошо. А вот что каждый из нас может сделать сам? Да? То есть одно дело, что занимаются ученые, в институтах какие-то новые мегапроекты появляются, да, на благо нашей природы, нашей планеты. А как вы считаете, вот каждый из вас что может сделать, чтобы улучшить этот мир? Не может быть и не навредить, а где-то чтобы даже улучшить? Ну, хотя бы перестать выплевывать жвачку на асфальт. Так, кстати, еще и птички путаются в лапках и погибают, как минимум. Ну, я считаю, что каждый из нас должен гораздо больше внимания обращать нашей матери природе, нашей планете Земля, потому что проблема загрязнения окружающей среды – это действительно довольно большая проблема. И каждый из нас, я считаю, должен следить за мусором, который мы производим. И если есть такой шанс, то есть из какого-то мусора что-то потом сделать полезное или как-то его переработать, да, то почему бы и нет? Ну, в данный момент я могу говорить только своим опытом. Как бы мы с детства приучаем ребенка, чтобы соблюдать чистоту. Мы присоединяемся к часть земли, которая идет ежегодно, стараемся. Меняем лампочки как бы на энергосберегающие. Но вообще как бы
больше всего меня удивляет это количество мусора, когда ты выезжаешь за природу, вот, то есть, ну, вот это хотя бы культуру как-то ввести, потому что вот мы приезжаем, первое, что мы делаем, мы просто собираем мусор, потому что даже расстелить, ну, как бы плед даже негде, везде мусора очень много. Вот мы недавно ездили за грибами, это, ну, очень далеко от Казани, и в лесу пакет от Макдональдса, откуда они там? То есть, ну, то есть... Это надо уже как-то больше социальной рекламы какой-то. То есть, если красивый битборд мне нравится, да, добрось меня до урны. Как надо больше вот людям говорить о том, что вот надо об этом задумываться, причем глобально. Вот быстро добавлю, вот недавно было The Meek, где выступали в рамках Объединенных города и власти города. Там много было, приехало из других стран и делились своим опытом. Они тоже говорили о том, что нужно задуматься об, вот, об этой экологии. Все об этом сейчас говорят, но мы только об этом говорим, поэтому нужно действовать. Ну, еще хочу добавить, я считаю, все-таки это социально-политическая проблема, и сейчас никто не может ее как бы решить, ну, на уровне себя. Там, я говорю друзьям, ну, не плюй, мне птичку жалко, он, ой, да что ты, эколог, иди, давай, молчи. То есть пока там кто-то сверху, дяденька в костюме, не скажет, так, все, есть такой закон, мы либо платим, либо мы не мусорим. И тогда, мне кажется, пойдет прогресс. Ну, еще тут, наверное, та проблема, что многие думают, ну, действительно, это что-то такое долгоиграющее. Вот люди, может быть, боятся, что будет завтра, да? А что в какой-то в прогрессе там дальше будет, их это мало волнует. Вот все-таки мы как-то успокаиваем наших зрителей, да, говорим о том, что, ну, есть время еще образумиться, так скажем, либо действительно нужно начинать действовать уже прямо сейчас. Не сейчас, вчера. Вчера, да, даже, может быть, позавчера. Да. Потому что нам надо заботиться о ресурсах Земли, действительно. И каждый человек должен понимать то, что воду, электричество, которое он использует, он это отнимает у будущих своих детей, внуков, как уже говорили. И надо делать это очень экономно, задумываться. Ресурсы сбережения – это очень важно и бесценно на сегодня, потому что это наша будущая жизнь. И вообще, войны будут за питьевую воду, кстати говоря, она тоже ограничена. Резервы ограничены. Вы знаете, когда начинаешь разговаривать с оппонентами, очень часто они говорят, ну, давайте все бросим и вернемся в пещеры. В то время человек не наносил никакого вреда окружающей среде, все было гармонично и так далее. Не надо заниматься таким максимализмом. Надо всегда соблюдать баланс. Понятно, что сейчас человек не может отказаться от электричества, он не может отказаться от какого-то топлива для машин, он не может отказаться от продуктов, от упаковочного материала, хотя это ужасно. 30 лет назад это был один пакет, сейчас ты покупаешь маленький подарок, тебе складывают бумажечку в коробочку, на коробочку делают бантик и так далее. Ты приходишь домой и выкидываешь коробочку, бантик и так далее. То есть мы не можем отказаться, и должен быть соблюден баланс и в сознании человека, и в его поведении между экономической составляющей и экологической. Только в этом случае будет происходить устойчивое развитие, потому что в пещеры мы уже не вернемся. А вот то, что может сделать, вот, например, каждый из нас в этой студии, особенно молодежь, студенты, придите в свою школу, которую вы заканчивали, особенно если вы экологи, расскажите десятиклассникам, девятиклассникам, да, о том, что вот вы закончили эту школу, чему вы научились, какое у вас мировоззрение, что вы считаете. Они поверят ребятам, студентам нынешним, которые были учениками этой школы, гораздо быстрее, чем взрослым людям. И таким образом, может быть, мы как-то поменяем сознание. Спасибо вам большое, что вы пришли на нашу программу, что мы поговорили об этой злободневной теме, о ней можно говорить еще очень-очень много. И правильно просто начинать с себя, с наших каждых действий, и вы правильно сказали, задуматься еще о вчерашнем дне, что же мы такого сделали для нашей планеты, чтобы сделать ее лучше. Спасибо, вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». Увидимся с вами на следующей неделе. С вами была я, Виктория Новикова.